Песни и стихи на ирзянском и макшанском языках звучали в МГУ имени Огарёва не просто так. Школьники со всей России приняли участие в заключительном этапе Олимпиады «Ирзянские и макшанские языки в финно-угорском культурном пространстве». Мероприятие реализуется в рамках развития одного из приоритетных направлений университета, а именно фундаментальные и прикладные исследования в области финно-угроведения. Олимпиада позволила расширить изучение языков через культуру. В задачи также вошли следующие пункты. Это привлечение абитуриентов в наш университет, во-первых, я думаю, привлечет, но и как бы повышение интереса к языкам, к культуре, к финно-угорской, к культуре мордвы, эрзи и мокши, укрепление национального сознания, как бы привлечение и воспитание именно в духе вот какой-то толерантности, именно интереса к общечеловеческим ценностям, к национальным ценностям. Язык – это дар, который надо беречь. Знание родного языка не только помогает сохранять историю и культуру своего народа, но и наделяет носителя рядом других преимуществ. Об этом сказал президент вуза. Многие исследования и наблюдения показывают, что тот, кто знает 2-3 языка, тот и более интеллектуально развит. Тот более креативен, более инициативен, более уверен в себе. Так что, зная свой родной язык, зная хорошо русский язык, двигайтесь дальше, изучайте другие языки. Выступление участников оценивало компетентное жюри. Обращали внимание на знания, артистизм и умение отвечать на вопросы. Олимпиадный день завершился торжественно. Наградили участников, победителей и лучших учителей, которые готовили школьников. А экскурсия позволила всем соприкоснуться с университетской жизнью.